Не стало народного артиста России Ивана Бортника. Актер театра на Таганке ушел на 80-м году жизни. Об этом сообщила его супруга. Иван Бортник родился в Москве, учился в ГИТИСе, театральном училище имени Щукина. Наибольшую популярность артисту принесла роль бандита Промокашки в киноленте «Говорухина. Место встречи изменить нельзя». Также он сыграл в фильмах «Родня», «Иван де Мария», «Вторая попытка» Виктора Крохина, «Объяснение в любви». Принимал участие в спектаклях «Гамлет», «Пугачев», «Три сестры» и других.